Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Поговорим о том, что происходит сегодня на рынке. Ну, сегодня, наверное, главное событие – это листинг каста на Bybit. И сразу хочу вас предостеречь, мне в телегу прислали вот такую вот шнягу. Выглядит очень официально, я прям сам чуть не повелся. Юзер называется Casta Community, выглядит так же, как настоящий канал. Но вот у него юзернейм Casta App 2. Короче, это жесткий скам. И они пишут, что остерегайтесь скамов. Наш настоящий сайт только Casta.io, правильный сайт. Наш настоящий твиттер только этот. Все правильно пишут. Но пишут, что они запускаются на PancakeSwap. И дают адрес левого контракта, который, сами понимаете, если вы купите этот токен, вы его продать никому не сможете. Поэтому обязательно остерегайтесь вот таких вот скамеров. Тут есть кнопка «Report». Обязательно, если вам такое пишут, делайте репорт в Телеграме «Спам». И даже не спам, а скам надо было делать. Фейк аккаунт, вот тут есть. Скам, пишите. И делайте репорт, тогда его закинут, на нем будет пометка скам. Помните, что официальные комьюнити каста, вот, в котором уже 32 тысячи человек, каста, нижнее подчеркивание, app. И не попадайтесь на уловки мошенников. Окей, как же можно поучаствовать в ланчпаде на Bybit? Ну, смотрите, если у вас на Bybit биты на споте, то вы можете участвовать. Вы идете сюда в More, Launchpad. Нажимаете здесь, вот где каста, Learn More, изучить больше. И нажимаете кнопку Commit Now. Ну, по-русски это все так же выглядит, не знаю, как называется. Я использую английский интерфейс, мне так удобней. Короче, тут надо выбрать максимальное количество своих бит и нажать Commit Now. Все, он спишет с вас немного, максимум меньше процентов от ваших бит. То есть, если у вас, грубо говоря, 1000 бит, он спишет там 10 бит. Или может даже 5. И на них насыпят вам касты сразу x5 или x10 в долларовом эквиваленте по сравнению с тем, сколько спишет. Вот так это работает, собственно, все. А дальше мы с вами ждем. Вот, есть также канал Casta Announcements. Casta, нижнее подчеркивание, Announcements. Собственно, он тоже официальный. Здесь можно читать всю последнюю движуху. Где, чего, залистили, куда и так далее. Ага, токен будет запущен сегодня в 12 часов UTC. 12 часов UTC – это 3 часа дня по Москве, 2 часа дня по Киеву, час дня по Праге. Так что, ребята, you welcome. Осталось 2 часа примерно, и когда вы это смотрите, может даже меньше. Вот, так что я вам рассказал, как это сделать. Вы можете получить бесплатные каста на свои биты, ну и потом сможем их покупать спокойно на уже открытом рынке, что, собственно, я и собираюсь делать. Теперь давайте поговорим про биток. Вчера мы говорили про вот эту желтую точку и про длиннющий красивейший дивер на 4 часах. И многие начали говорить, троллить начали эту желтую точку, что типа нифига они не отрабатывают. В истории много было таких точек, и они не отрабатывали. Но, ребята, на самом деле вы не правы. Посмотрите на этом таймфрейме, на 4-часовом таймфрейме, на Айканаше свечках по биткоину к доллару. Последний раз такие желтые точки были вот здесь. Смотрите, их было 3, и это было дно, 30 тысяч, ниже которого мы, ну, чуть-чуть упали, ложно, но потом начался очень хороший рост. Поэтому сейчас, в принципе, очень похожий фрактал вырисовывается, смотрите. Может быть, конечно, мы еще чуть-чуть подупадем, да? Если прям будет идентичный фрактал, то мы сейчас где-то вот здесь. Кстати, может быть, что похожий фрактал, потому что поведение толпы не меняется, и может быть что-то такое по биткоину. И тогда, окей, вопросов нет. Но сейчас все быстрее происходит, если вы видите, и более локально, то есть меньше амплитуда этого падения по сравнению с этим, и быстрее немного все происходит. Так что не надо гнать. Желтая точка – сильный сигнал. Конечно же, любой сигнал может облажаться, и это просто дополнительные очки в вашу сторону, да, которые смещают вероятность в вашу сторону. Но, естественно, используйте грамотный риск-менеджмент, потому что все может обернуться совершенно по-другому. Тем не менее, у нас тут была вот такая трендовая, которую мы пробили. И статистически, я думаю, что очень скоро мы вернемся на ее ретест, как минимум. А потом, по идее, должны и закрепиться уже на дней и пойти еще выше по биткоину. Да, и трендовая тоже экспоненциально должна ускоряться. Это если продолжать здоровый бычий рынок, в котором мы и находимся. Потому что я вам напоминаю, что у нас повышающиеся максимумы. Да, у нас вот этот максимум был ниже, чем вот этот. И повышающиеся минимумы. Да, вот этот минимум был ниже, чем вот этот. Поэтому мы находимся в здоровом аптренде. Вот в такой вот форме поджатия восходящего треугольника или восходящего клина, который в бычьем рынке обычно пробивается наверх. Вот, собственно, и все, что я вам хотел сказать, наверное. Atom Long, кто держит, я лично частично его разгружаю. Несмотря на то, что думаю, что мы пойдем еще выше, тем не менее, неплохо разгрузить уже часть здесь спекулятивную и оставаться уже, грубо говоря, в бесплатных монетах, там потихонечку их разгружать. Вот, все еще жду таких движений от других монет, которые мы с вами держим. Не буду повторяться, потому что мы на этом канале очень много с вами о них говорим.
Вы сами знаете, какие монеты. Хочу еще показать вам вот этот скрин от товарища МС. Очень грамотный анализ по дивергенциям. Посмотрите, на биткоине у нас здесь была медвежья, упали, бычья, выросли. Медвежья упали, и сейчас у нас идет бычья дивергенция на дневном таймфрейме. Очень мощный индикатор. Да, мы можем чуть-чуть еще сползти ниже на этой дивергенции, но потом по-любому начнется рост. Так это работает. Так что будут какие-то такие мысли, а по Дэшу, Биткэшу все пишут, типа, почему не было вчера про Дэша, а потому что ничего не поменялось по Дэшу. Вон тут тоже, посмотрите, желтая точка была вот здесь на дневке. Все в желтых точках было вот здесь, что сигнализировало про то, что это дно. И биггай пифагоровский, кстати, тоже аномально просто сигналит по Дэшу. Вон, посмотрите. Найдите мне еще хоть один альт такой, который показывает, что вот здесь его закупают просто. Посмотрите, вот здесь вот на биггае. Сколько зеленых точек было всю дорогу. Найдите мне хоть еще один второй такой альт, который показывает вот такие китовые покупки. Поэтому все нормально, держим. Че, ETC по 4 доллара тоже хомяки хоронили, и Dogecoin по 15 сатоши. Наше с вами дело — это терпеть и ждать. И посмотрим потом на этих хейтеров, что они будут говорить, когда мы сделаем вот так. Вот и все. С вами был Гринни, это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, стопы, тейки. И всем профитроли.